Привет! Мы — семейство кулинарного канала и наши друзья из Ливерпуль Виктория здесь, чтобы помочь вам. Вы рассказываете нам о ваших затруднениях на кухне, а мы открываем вам секреты, которые навсегда изменят ваши кулинарные навыки. Посему начнем с трех способов приготовления выпускных яиц. Первоклассные, нежные, каждый раз превосходные яйца. Единственный способ приготовить идеальное яйцо пашот — это взять по-настоящему свежее яйцо. И точка. Когда будете покупать, берите их подальше, сзади. Именно там выкладывают свежие, даже если придется перелопатить весь лоток. Дальше. Доведите воду до кипения, чтобы появились пузырьки. Снимаем, и они исчезают. Пузырьков больше нет, это просто кипяток. Кипяток — это не кипение. Кипение просто вдребезги разнесет яйцо. А готовить надо мягко. Яйцо. Раскалываем его в миску и просто выливаем. Если яйца свежие, то они у вас всегда будут получаться. Некоторые предлагают: налейте в воду уксус. Серьезно? Зачем? Да, от него яйцо сворачивается, но и вкус у него будет уксусный. Так что не советую, не стоит. Что касается приготовления, грубо говоря, нужно 3 минуты, чтобы получилось мягкое яйцо. И потом вам останется лишь взять шумовку. Вытаскиваем. И на ощупь оно как отличная, свежая, упругая моцарелла. Идеально приготовленное выпускное яйцо. Классическое яйцо пашот на тосте. Но если у вас нет свежих яиц, у меня для вас есть парочка приемов. Во-первых, если ложкой закрутить воду по кругу и вылить яйцо в середину, вы увидите, как инерция воды закрутит все вокруг желтка. Пока яйцо готовится, возьму немного спаржи. Я приправил ее маслом, щепоткой соли и лимонным соком. Если посмотрите сюда, в общем-то неплохо. Видите, все просто собралось вокруг. Посмотрим. Давайте доставать. Видите, оно стало в мешочек. Так, на спаржу. Теперь немного посолю, слегка поперчу и, конечно же, надрежу, чтобы оно слегка потекло. И наскоблю чуть пармезана сверху. Вот так. Если готовите только для себя, то это замечательный прием. Но я часто делаю по 5-6 штук. И для этого есть другая техника. Берем пищевую пленку. Так, небольшой вот такой кусок. И кладем его в миску. Немного масла. И просто разотру. Разбиваем яйцо. Здорово то, что сюда можно добавить вкуса. Нарезанные травы или немного хариссы. Это такая острая чили-паста. Берем за края и завязываем узелок. Это очень просто. И это придаст идеальную форму и гарантирует совершенство. Положу прямо в воду. Так, давайте откроем. Либо ножом, либо ножницами. Отрезаем кончик. Можете положить сюда травы, чили, трюфели, ароматизированное сливочное масло. Смотрите, совершенство. Круглое, мягкое, изящное, замечательное. А как вы готовите яйца? Если вы хотите, чтобы мы с командой разобрались в ваших проблемах на кухне, просто напишите в комментариях на нашем канале. И не забудьте, делитесь этим у себя в соцсетях. Комментируйте. И если вы не подписаны на наш канал, подпишитесь. Это же бесплатно. Что вы теряете?